Друзья, самый большой пакетик. Посмотрим, что тут у нас. Так, открываем его аккуратненько. Самый большой пакет, ларч, который пришел мне в этой поставке. Ух, ух, ух. И что же тут у нас? О, это же суперские штаны, друзья. Сертификат Poison. Он даже на китайском, это даже не на английском. Друзья, вот так он выглядит. Не знаю, мне кажется, там будет еще один внутри. Это бренд Boneless, друзья. Замечательный бренд. Честно говоря, себе я заказал такие же штаны. Они очень классные. Давайте попробую вам их показать. Как-то не рассчитывал, что будет так мало места у меня сегодня. Не получится все полностью раскрыть. Так, друзья, достанем штаны, достанем сначала бирочку, посмотрим. Так, у нас какая-то замечательная... Друзья, мне кажется... Да, это конверт. Друзья, это конвертик, посмотрите. Что это? О, друзья, так тут какая-то ароматная штука. Вау! Да, друзья, она пропитана какими-то духами. Очень приятно. Посмотрите, какая подача. Вау, это просто вау, друзья, посмотрите. Шикарно, честно, я первый раз в своем покупательском опыте сталкивался с таким. Посмотрите. Tasteless, pointless and fearless, boneless. Да, друзья, это очень круто, отложим пока в сторонку. Все у нас очень крайне аккуратно упаковано. Друзья, посмотрите просто, как они выглядят. Они же просто блестят. Boneless Original. Все очень приятно пахнет, я не знаю, прям наслаждаюсь. Смотрите, сможете поставить на паузу и прочитать, что здесь написано. Что-то очень крутое наверняка. И вот сами штаны, друзья, это великолепно. Это великолепно, посмотрите. Как все качественно сделано. Друзья, извините, я подношу к себе ближе глазами, вам, наверное, не видно. Все невероятно качественно. Посмотрите, какие элементы. Внимание к деталям. Друзья, это замша. Замша или нубук. Очень приятно на ощупь. Очень. Вот так они выглядят сзади. Два кармана. Ой, друзья, я сейчас жалею. Ой, как я жалею, что я только одни заказал. Честно говоря, это была проба. Боялся заказывать штаны. Боялся, что они подойдут по размеру. Но сейчас вижу, что они сядут просто идеально. Просто идеально, друзья. Посмотрите, посмотрите, какое качество. Очень приятно. Ну и, конечно же, здесь такие застежечки, с помощью которых вы сможете затянуть нижнюю часть штанов. Давайте попробуем это сделать. Ну, в общем, друзья, вы знаете, как это работает. Вот так натягивается, и тут все соберется. Сделаете нужный для себя объем. Друзья, просто великолепные штаны. Очень крутые, очень крутые. Будем заказывать еще. Будем заказывать еще. Я заказал две штуки, одни себе, одни на продажу. Поэтому закажем еще обязательно. Так, друзья, штанишки, сертификат. Скажем так, комплимент от производителя. Читайте описание в профиле. Заходите, смотрите. Покупайте, друзья. Покупайте.